приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас ролик розыгрыш. Вы знаете, вернее, вы уже видели в тех роликах, которые мы размещали недавно, что мы были в Марокко. А так как я являюсь большим любителем всяких вот этнических штучек, то от всей нашей команды трансокеанической, с теми ребятами, с которыми мы перегоняли Амель, мы решили сделать небольшой розыгрыш-подарок. Итак, внимание, внимание, очень важный и ответственный момент. Это мы не разыгрываем, а разыгрываем вот это. Короче, вот такая штука. Немножко колючая, но очень теплая. И даже на замочке и с такими прикольными пуговицами. Короче, вот такая вот штука у нас в розыгрыше. Для этого нужно будет ответить на вопрос, который я вам задам в конце видео, написать коммент, поставить лайк. И чем больше комментов, тем больше шанс выиграть вот такую вот прикольную штучку. Очень теплую, как раз на холодный период времени. Итак, друзья, внимание, вопрос. Какой суммарный вес всех членов экипажа, которые переходили Атлантику на Амеле? Вес, внимание, на момент выхода, на момент прихода. Потому что с нами был Ростик, который нас откармливал как поросят. Поэтому это будет немножечко неправильно. Итак, какой суммарный вес, сколько сотен килограмм весили все люди на Амеле в момент захода на эту лодку? Погнали!